Друзья мои, всем доброе утро. Смотрите, какое у нас солнце. Просыпается наша деревня. Как мне нравится это дерево. Я частенько останавливаюсь, на него смотрю. Вообще здесь очень красивые деревья. Начинается новый день. Всех уже проводила везде. Егор еще дома спит. Сейчас мы с ним поедем в антикварный магазин. Завезем Володе книжки в школу. В общем, сегодня много будет дел интересных. Ну, если хотите, покажу вам немножко нашего вчерашнего девичника. Смотрите. Так, ребят, сегодня у нас необычный такой формат. Мы идем в ресторан. Как это, Калина Красная, народ к разврату готов. Да, мы очень красивые. Ну, вот такие примерно. Ну что, дорогие друзья, вот мы сидим в баре, ждем наших подруг. Это такое популярное место в Палм-Бич. Называется Meat Bar. Вот здесь готовят, говорят, очень вкусные стейки, классные коктейли. Скоро я покажу вам зал, очень красивый, где мы будем заказывать мясо, устрицы, еще каких-то гадов. Вот. Не знаю, насколько я смогу вам все это снимать, но здесь, мне кажется, будет очень интересно. Ну, вот такой сегодня у нас будет ужин. Здесь очень шумно. Да, это начало. Так, еще и креветки подъехали. Так, сейчас еще будет какой-то тартар. Вообще показываю, берем вилку. Это хрен. Это соус. И это кетчуп, наверное. Да, сейчас я вам расскажу. Я люблю с лимоном. Теперь попробуем с хреном. Много сделано. В общем, устрицы, вино, все прекрасно, все вкусно. И в этом баре можно встретить знаменитости. Узнаете актрису? Так, ребята, смотрите, дальше у нас здесь стейк-тартар. Короче, это сырое мясо, маринованное. Яички, вино, желтое. Вот, вы слышали, да? А сейчас мне сделают бутер. Я, честно говоря, побоялась это заказывать, но вот Наташа мне сейчас покормит. А это что? Это дамплинг. Маринчик. А, ну это типа наших пельменей, короче, да. Вот. Okay. Здесь очень красиво. Сейчас вам расскажу, как это вкусно. Мне... Так, ребята, продолжается наш ужин. Это спаржа, это брюссельская капуста. А это стейк Нью-Йорк. Ну, продолжается также у нас шампанское. Девчонки заказали красное вино, я воздержусь. Сейчас покажу вам ресторан. Мы сидим в баре, а я покажу вам сейчас ресторан. Да, вот такой вот ресторан. Красивый. Но мы решили там не сидеть. Мы решили все-таки остаться в баре, потому что тут интересно. Ну что, друзья, я вам хочу сказать. Здесь, конечно, очень интересно, весело, шумно и очень вкусно. Мы отведали очень много всяких блюд. А почему мы сидели в баре? Потому что в баре все дешевле, ну, по-моему, в 3 раза. Здесь мы заказывали блюда по определенному меню. А вот когда ты перемещаешься в зал, то в зале уже совсем другие цены. Вот поэтому мы в баре и сидели. Хотя в следующий раз, наверное, мы посетим и сам ресторан. Хотя мы делали резервейшн, заказывали столик. Вот, но мне все очень понравилось. Я думаю, что на этом у нас все не заканчивается. Сейчас будет продолжение. Вот, девчонки хотят поехать еще куда-то, а я, как вся компания, за. Так, ребят, наше путешествие продолжается. Мы приехали в другой ночной клуб. Здесь оказался вот такой бассейн. Инга решила походить.
Вот, вот так вот отдыхают русско-украинские компании. Ребята, да, сейчас мы пойдем в какой-то клуб. Ой, девчонки, какие красотки, вы посмотрите. Мои украиночки. Мои красотки. Продолжается наше ночное путешествие. Смотрите, какой я выбрала ракурс. Девчонки мои сидят, веселятся. Я типа бармен. Как же здесь все прикольно. Я боюсь помешать кому-то. Здесь и кухня, и бар, все рядом. Все бегают, все так здорово. И очень-очень вкусно. Да. Вот так мы весело проводим время. Ребята, вот смотрите, за баром ужинают. Да. Здесь народу совсем немного. Я не знаю, с чем это связано. Сегодня среда. Наверное, поэтому. Но кухня мне определенно нравится. Очень интересно. Я прям... Понравилось вам, как отдыхают девушки в барах Америки? Честно говоря, у меня это был первый опыт, и до этого я еще не ходила в такие места. Ну, мне, в общем-то, понравилось. В общем-то, неплохо. Так, купила себе кофеечек. Хочу вам рассказать про то, что будет завтра у нас. А завтра у моего сына, у старшего, будет выпускной бал. Но вот в чем, скажем так, загвоздка. Празднование будет вечером с 8 до 12. А вот официальная так называемая часть, награждение, там церемония, вот это все вручение всяких там регалий, будет проходить в 45 минутах езды от нашего дома. Это West Palm Beach. Там соберутся сразу несколько школ со всего комьюнити. Это будет то ли стадион, то ли парк, я так и не поняла, на 5000 человек, то есть 5000 будет там родителей. Вот. Количество мест ограничено, но у нас есть билеты. Вот. Сейчас я читала очень жесткие требования к проведению. Все это будет, мы будем очень долго проходить, как на концерт какой-то рок-группы, через металлоискатели, то есть там будет служба безопасности всех проверять. В общем, прочитала огромный список, чего нельзя с собой брать. Нельзя брать ни цветы, ни шарики, то есть здесь это не принято. Довольно интересно. Я буду вести прямой эфир, ну, потому что, представляете, это выпускной в американской школе. Да, это вам не хухры-мухры. Вот, буду вести прямой эфир, все рассказывать, показывать. Уж не знаю, насколько я удачно сяду, но вот как будет, так будет. Поэтому все, кто не будет в это время находиться на YouTube, пожалуйста, посмотрите, я обязательно сохраню прямой эфир. Вот. Короче, все хорошо, замечательно. Сейчас мы с Егором поедем в антикварную лавку.
А потом нам нужно будет заехать проверить наш кондиционер, все ли там в порядке, потому что он что-то стал барахлить. А во Флориде без кондиционера, знаете ли, не камильфо. Вот, значит, да. Ну и в антикварной лавочке, наверное, я вам тоже что-то запишу. И не забывайте про прямой эфир. Пишите ваши комментарии, мне очень это приятно. Всех обнимаю. Всего хорошего!